В общем, камера какая-то вот такая. Тут у нас вон все, что можно использовать, Android и так далее. Ну что, пойдем ставь. Что ты напугал? Тишина в студии, запись идет, кстати, на твою машину будем ставить. הכירו את בלס אקספרס, המסלול המהיר לחיים הטובים ברשת בלס דיור מוגן, שמאפשר לגור אצלנו עד שנה לפני שמשלמים את מלוא הפיקדון. לפרטים התקשרו כוכבית 3666, בלס דיור מוגן, כוכבית 3666, כפוף לתקנון. כל הישראלים חוגגים יחד 75 שנות עצמאות באלברים, ומקבלים 75% הנחה בקניית שני סוגות משקפי ראייה שבנפתע. אלברים, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון. Я вот даже протестировал этот видеорегистратор, на солнце снимает замечательно, задняя камера вон, она чуть-чуть, цвет у нее как бы особо цвета не яркие, но номера машин видны. Протестировал на солнце, и задняя, и передняя снимает четко, солнце не мешает для съемки. То, что можно видео остановить и посмотреть номер машины, это вообще без проблем. Даже задняя камера это свободно делает. Тестировал ночью. Ночью вообще я думал, будет хуже. Вот как снимает задняя камера. Все номера машин просматриваются. То есть все можно зафиксировать без проблем. Если задняя снимает так, то передняя снимает, она намного лучше, у нее больше разрешения. И себе купил я такую же, Ольге поставил, она уже давно катается, себе купил, вот поставил уже пару дней назад, с момента выпуска этого видео. Передняя камера вообще замечательно захватывает, у нее большой угол, 170 градусов вроде бы. На самом деле вот хорошо она берет. И там 4 ряда машин, если стоишь, и все номера машин просматриваются. Например, тут 3 ряда взяла свободно. То есть классная камера, ссылка в описании. А кому интересно дальше, то как все это дело собиралось, можно посмотреть. И таки шалом вам на секундочку. Тут эта камера, которая от Xiaomi, прослужила 3 года. Мы решили ее поменять, потому что она уже частично не снимает. Как-то так она некорректно работает, поэтому будем ее менять. Она пытается запрашивать какие-то там подключения, и в итоге не подключается. В общем, камера от Xiaomi свое уже отслужила. У нас это тут такие дожди пошли на дорогах, где перетекают как бы типа реки, они все это заполняются, людей смывает с дорог, печально. В общем, пока не погода, хотел на карнавале делать этот, колодки, но погода не дает, может развиднется туда дальше, а пока надо делать то, что можно сделать сейчас, потому что сегодня как бы выходной,
У нас там праздники какие-то идут. Купил камеру. Камера. Вот ее модель. Вот все его параметры. Тоже подключается и к андроиду. Взял с кабелем, чтобы было как постоянное, под постоянной охраной. Если вдруг удар придет на машину, то она без проблем должна включиться. Ну, посмотрим, как это будет на самом деле. Взял так для пробы. Ну и как раз решил вам заснять видосик. Может, кому-то вот именно кто-то ищет такую камеру, как она показывает, насколько она интересна. То вначале, наверное, я покажу, как она показывает, потому что многие смотрят только из-за этого. В общем, всем молчать. Я сказал, опа, всем молчать. Звонят. Сейчас мой хозяин. Простите за звонок. В общем, дождь сейчас еще усиливается. Прошел был, уже все успокоилось. Нет, пошел обратно. В общем, где-то там залез. Провод вывел сюда, туда. И тут его так спокойно можно уложить. Под этой же частью крыши, под этот можно свободно просунуть. И провод. Так бы без проблем там уляжется. Нет, можно лопаткой его подвинуть. Все это легко он укладывается. Только теперь надо решить вопрос, где будет камера. Как это? Как она будет стоять? Чтобы тут у нас есть вот эта система, которая оповещает, там съехал с дороги, приближается к машине. Система называется MoveOn, вернее, фирма MoveOn. Система, как она там точно, напишите, подскажите. Ну, она как бы еще чем плюс ее в том, что она делает страховку чуть-чуть ниже. То есть, если она есть, то страховка будет ниже. Поэтому ее поставили. Да, один раз она в действительности спасла. Ой, простите, опять. Еще раз простите. В действительности спасла один раз с того, что не съехал с трассы. Это было очень поздно, уже где-то к утру приближалось, или как там она, сколько времени было. Ну и чуть-чуть киморнул. Она запищала, когда съезжал с дороги. И тем самым спасла. Пищать будет только в том случае, когда видна хорошо разметка. Если разметки не видно, то, соответственно, она тоже ничего не видит. Ну, а это ночью было хорошо видно. В общем, как-то так. Ладно, я отошел от темы. Будем сначала проверять, не будет ли мешать вот эта приблуда, или как его поставить. Она будет стоять максимально сюда, вверху. То есть обзору она никак не мешает. Если посмотреть с моей стороны, вот что я вижу, вот она, обзору ни разу не мешает. Ну, как зеркало, тут еще зеркало ее закрою частично, вот эта накладка. И все. Главное, чтобы у нас был обзор. Вряд ли будет. Может, нужно будет смещать. Ну, в общем, посмотрим. Максимально, чтобы она не закрывалась вот этой всей приблудой. А потом уже клеите на свое место ее, когда выберете место. Так будет проще. Благо, у кого нету ничего подобного, то вы клеите посредине, и все замечательно. Ладно, вешаемся. А, еще надо провод нас затянуть обратно, потому что у нас очень большой этот торчит. Эх, дождик прыгнул с моря. Ну и что, у нас вот это значение, нам надо его подключить так, чтобы когда зажигание включаешь, тогда провод должен быть подключен. А B+ должен быть постоянно на батарее. То есть вместо 15-амперного я воткнул один, и
вместо 15-амперного найти, надо еще воткнуть этот второй. Только там, где зажигание будет как бы в выключенном состоянии, питания не должно быть. Сейчас питание отключено. Все это дело проверяем на этом. У нас питания нет. Когда оно вот только стоит ключ повернуть, как бы его повернуть. Ой, чуть я это шею не сломал. То есть тут появилось питание. А когда отключаешь, оно не должно его быть. Но сразу, когда отключили, оно еще будет. Мы сейчас подождем там какое-то время. Оно должно пропасть. Или ищем подобное на других предохранителях, где у нас не будет питания. И тогда подключаем вот этот АЦЦ провод. И все, и будет вам счастье. Массу уже закрепить где-то, найти, где будет покрепче. Это у нас заклепки. А где у нас можно найти? Ну, где-то там подальше. В общем, найти, чтобы крепко его закрепить, и будет оно, чтобы был хороший контакт. Чтобы не было плохого контакта, ибо это все дело потом отвалится. В общем, дядька Сашка у нас как это, как маячок бегает туда-сюда. Все показывает. Нормально по всем этим. Еще чуть-чуть подойти. Вот он появился. И с того края тоже. Пришлось вешать вот таким вот макаром. Потому что как-то оно все... Ой, все можно было бы его закинуть и сюда. Оно как бы сделано для зеркала. Ну, у нас мешает этот мувон. Когда его сюда лепишь, он у нас получается, вот эта вся часть закрывает практически обзор. Поэтому это у нас будет так. Ну, это, стукни по машине, по колесам там или что. Сейчас, ну, стукни сильно. Проверим, включится или не включится. Так по колесу стукни. Не, не срабатывает. Надо, чтобы сильно, наверное, стукнул. Ну, по стеклу стукнул. О, пошло. Отойди. Заработало это. Анти... Как оно? Типа, когда ударят, то будет все видно. В общем, работает. Ладно, сейчас эти кишки все прячем. Самое главное, правильно подключить, это все мелочи жизни. Где тут эта кнопушка? Ну чё, это задняя камера, передняя, это так, можно тут в приложении перебрасывать. Вот этот переворот, значок типа фотоаппарат со стрелками, можно сделать наоборот, заднюю, большую. Можно чисто так, это, только переднюю смотреть, можно только заднюю. Ну, в общем, все тут в приложении легко пользоваться, удобно. Нужно ехать проверять, смотреть. Сбросил все настройки. А, простите, вы же уже посмотрели. Ладно. Сейчас это... У вас задним кадром это все произошло. У нас только это наступило, потому что то позвонили одни, то вторые. Нужно было помочь. В общем... Включаем видеозапись, видео пошло, мы поехали кататься. Где тут кнопушка? Ну что, вроде бы ж провода попрятал, ну там еще надо чуть-чуть уложить их более. Зеркалу ничего не мешает, этот
тут Мавон не мешает. Провода тут спрятал. Сзади закинул провода таким макаром. Камера вон. Красиво смотрится все. Провод здесь спрятался и под этой накладкой заходит вовнутрь, под крышу, и там под крышей идет наперед. В общем, как-то так. Все по красоте, все хорошо. Да, вот это если на пыжике будет тем мучаться, то вот этот так вставить трудно. Как-то придумаете сами, как оно делать. Или вообще кинуть ее назад, на номер бросают. Тоже сами определите, как вам лучше. Но я захотел вовнутрь ее спрятать, потому что так будет красивее. Вам всего наилучшего. Всем до свидания. И самое главное, не болейте. Все, всего хорошего. А, ну и по скрипту. Куда ж тут без него. Как бы по колесу попробуем ударить. Сработает? Не сработало. Нет, не работает. По стойке. По стойке заработал. Ну, удар если будет, он пишет все. Мрает. Удар если будет, то она начнет писать. Ну и как бы реагирует моментально. А, кстати, надо забрать. Проверить, что она там записывает. А то так бы сейчас склеил вам видео. Все, всем до свидания.